Всем здорово. Решил сегодня попробовать найти рябчика с помощью манка. Поохотиться немножко на рябчика. Так. Хочу себе вот с таким ружьем. МР-233ЯА. С одним курком. Спортинг. Безременное, правда, ружье. Пришлось самому химичить. Вот он тапку сам закрутил. Здесь у меня вообще вот на ремешок. Так. Ну ничего. 9-й год я с ним уже охочусь. Вроде бы как. Пойдет. Так. На рябчика я хожу с самозарядами. Самозаряды я сам заряжаю. Вот именно на рябчика. Потому что ну, так нравится. Вот. Сейчас попробуем найти нашего свистуна. Люблю охоту на рябчика. Это, наверное, самая любимая моя охота на рябчика. Так. Ладно, ну, пойдем. Рябчики уже откликаются. Надо выйти на чистое место, чтобы более-менее видно было. Сейчас попробую подманить. Если не получится, буду сам подходить. Просто стану под дерево. Попробую подманить. Свищу маточкой. Самкой. Так, мужики, один есть.
подманил его почти в упор. О. Казачок красавец, чернобородый. Ух. Просто красавец. Там где-то еще свистит. Откликается. Сейчас попробуем еще одного взять. Вот такой манок у меня самодельный, сам делал. Алюминиевая проволока и трубка от ветерка, мотор ветерок, по которой загоняется вода в двигатель. Вот с такой латунной трубки сделал. Ничего, сколько уже пользуюсь, не подводит вроде. Правда, железный, то что в мороз надо греть. Но ничего. Где-то рябчик свистит.
как-то разгулялся. Никак подлетать не хотят. Ладно, здесь один где-то сидит. Сейчас попробую подойти. Так, есть еще один. Фу. Что-то долго он меня мурыжил, не хотел подлетать. Но я его переборол. Так, где же он? Вот он. Вот он, красавелла. Вот это моя слабость. Красавчик. Ух, второй. Это уже неплохо. Самозаряды это просто вещь. Пятый номер. Очень даже неплохо. Метров за 35. Легко. Сейчас там еще под горкой где-то свистел. Сейчас попробую тоже подойти. Какой-то тот, который под горкой, тут вообще хитрый какой-то. Свистит, но не подлетает. Как говорится, лает, но не кусает. Фух. Это уже интересно. Сегодня утром такой заморозок был капитальнейший. Сейчас вот как-то потеплее стало. Но пальцы все равно мерзнут. Оп. Он живой еще. Вот такие вот делишки. Самозаряды по рябчику, мне кажется, это самое лучшее дело. Ну, кому как. Я так, например, привык так. Мне как-то, честно говоря, на такую птичку маленькую жалко патрона. Ну, сейчас, правда, самозаряды, они
Мне кажется, по сравнению с заводскими патронами, это где-то, если пыжи покупать, все прокладки, то это, наверное, не намного будет дешевле. Просто, может, кому-то лихо, вот мне, например, нет. Пару вечеров и патронов хватит на месяц. О, 12-й калибр. Так, два патрона, два рябчика. Фу. Так, ну что, попробую сходить туда под гору. Может, что-то там не получится. Манок, конечно, так, на скорую руку сделан. О, откликается. Сейчас попробуем его подождать. Странный какой-то. То посвистит, то молчит вообще. Может, просто время уже? Поздновато. Поздновато я вышел. Сейчас где-то третий час дня. Грубо говоря, через 2 часа уже будет темно. Может, из-за этого? Рябчик вообще не хочет подлетать. Попробую подойти. Это, конечно, вряд ли получится. Не, ну может быть, подстрелить-то я его и подстрелю. Что? Видно его не будет. А вот он. Все, я его уже нашел. Вот он слетел с березки. Так. Сейчас главное подойти.
готов. Бля, на камеру ни хрена не видно. Поздновато пошел. В лесу-то темно. Не получается на камеру показать. Снимаю на мобильный телефон. Вот он, голубчик. Ну вот что. Буквально на час вышел. Три рябчика есть. Причем сюда я примерно уже где-то год, наверное, не ходил. Вот тоже казачок. Типа самец. Черная борода. Красавец. Вкусный. Наверное, самый вкусный из боровой дичи. Кому как, конечно. Глухарь тоже вкусный, но он как-то такой. И мясо у него такое. Ну, не такое все равно. Как у рябчика. У рябчика это... Вот, блин. Так и не удалось показать, как он себя ведет на веточке-то. Красавец вообще пепельный. Вот такие вот у нас рябчики в Коми Республике водятся. Вкусные очень. Ладно. Идем подбирать тех первых добытых рябчиков. Что-то больше не откликаются. Поздновато пошел. Надо было хотя бы часов в 11 выйти. То я, как всегда, любитель попозже сходить. С утра не люблю ходить на охоту. Никогда с утра не хожу. Ну вообще, погода вообще нормальная. Вот сейчас только порывы ветра небольшие были. И все, тишина вообще. Не шелохнется ни листочка, ничего. Осенний лес очень красивый. Фу. Целыми днями бы ходил, если бы не работа. Так, вот они, наши рябчики. Вот три штуки, и часа не прошло. Наконец-то охота состоялась. За месяц первый раз пошел на рябчиков. До этого на рыбалку ездил. Рябчика пришлось у избы стрелять. Чисто манком подманивал, даже за ними не ходил. Вот, получается. Три штуки за час. Час даже не прошел. Красавцы. Ну вот, три патрона, три рябчика. Рябчиков стреляю только самозарядами.
Термос никогда не беру. Тяжелый. Вкус этот уже чая не тот в термосе. Лучше взять просто вот холодного чая в бутылку. По своему опыту чисто говорю. Кому как. Ну вот. Осталось дойти до мотоцикла. Вот от дома здесь примерно километр всего. Вот так вот, такие рябчики. Так. Вот, душевно поохотился. Хе. Вообще красота. Ягод что-то вообще в лесу мало, не знаю. Раньше в этих местах столько было брусники. Может, поэтому рябчика-то не так уж и много. Где-то еще просвистел рябчик. Сейчас по ходу пьесы, пока дорога иду, может быть, еще где вылетит. Вот так вот. Манок работает вообще. Так что, ну не знаю, я, например, могу травинкой даже его приманить. Я просто знаю, на них охочусь уже давно, с 14 лет. Мне кажется, я о них знаю все. Ну, это чисто мое такое мнение. Манок-то могу с жестяной банки сделать. С обычной жестянки. Или из палочки. Вот что, с чего подвернулось, того и сделал. Напильником и кусачками. Фу. Стараюсь сюда свистеть, подманивать рябчика самочкой. Она свистит так невзрачно. Можно сказать, даже некрасиво так свистит. Вон муравейник разрытый вообще напрочь. Медведи лютуют возле деревни. Совсем обнаглели. Все муравейники разрыты, вообще все, которые не попадаются, все разрыты. Медведи. Такое ощущение, как будто скоро в деревню зайдут уже.